Увага! Всі, хто постраждав від шахрайських дій чорного реєстратора Сергія Манюти, звертайтеся за допомогою до юридичної клініки за адресою вулиця Черняховського, 2 та за номером телефону 700-78-30. Ко мне, как к народному депутату Украины, участились обращения граждан, которые стали жертвами мошенников. Так называемые черные регистраторы путем подделки правоустанавливающих документов отбирают квартиры у одесситов. Так, в 2018 году за 2,5 миллиона гривен была продана квартира по улице лейтенанта Шмидта. Кроме того, имели место попытки присвоить квартиру на улице Армейской. Зачастую собственники даже понятия не имеют о том, что стали объектом мошеннических действий, и их собственность уже перерегистрирована на других лиц. Судебные разбирательства длятся годами. Под видом законных владельцев они продают недвижимое имущество физических и юридических лиц. Подобный беспредел произошел и с имуществом Национального университета Одесская юридическая академия. В наглую, цинично, не имея абсолютно никаких документов, путем противоправных действий, совершенных группой лиц во главе с государственным регистратором Сергеем Манютой, студенческое общежитие по адресу Фонтанская дорога, 71А, перешло в собственность никому неизвестного общества с ограниченной ответственностью «Троянда». У государства забрали недвижимость на 100 миллионов гривен. Студенты Одесской юридической академии, приехавшие в наш город со всей страны, лишились возможности проживать в данном общежитии. Конечно, мы вернем его, но как оценить моральный и имиджевый ущерб, нанесенный нашему вузу и городу? Министерство юстиции практически самоустранилось от контроля за государственными регистраторами, пустив ситуацию на самотек. В связи с этим нами было направлено заявление о краже государственного имущества прокурору Одесской области, начальнику главного территориального управления национальной полиции и главного территориального управления юстиции в Одесской области. Мы также подготовили депутатские запросы в правоохранительные и центральные органы государственной власти о немедленном привлечении к уголовной ответственности группу мошенников, которые украли государственное имущество. Мы сделаем все, чтобы преступники сели на скамью подсудимых.